работа. Капитан Маршал прибыл. Возвращайся как можно быстрее. Правительство что-то мутит. Эта штука только что появилась. Несет чушь и пропаганду. Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Правительство что-то мутит в пустошах, и от этого все на ушах. Осторожней, друг. Рад снова видеть тебя. И еще раз спасибо. Элизабет сказала, ты человек надежный. И сочувствуешь нашему движению. Ты помог мне вырваться из тюрьмы. Теперь правительство узнает о тебе. Оно быстро поймет, что ты из Ковчега, и станет разыскивать тебя. А я никому не советую попадать в цепкие лапы правительства. Так что выхода у тебя нет. Добро пожаловать в сопротивление. Мы боремся с правительством всеми силами. Нас мало, но мы преданы своей цели. В этом мире информация – сила. Кстати, насколько мне известно, твой персональный диск остался в Ковчеге. У любого выходца из Ковчега есть личный диск, на котором записаны важные данные. Координаты ковчегов, складов, коды ДНК и многое другое. Каждый диск содержит свою часть общей картины. Нетрудно догадаться, что как правительство, так и сопротивление охотятся за этими дисками. Времени очень мало. Раз они знают о тебе, они будут искать твой ковчег. Срочно вернись туда и найди свой диск. Ты понимаешь, насколько это важно? Хорошо. Диск привязан к ДНК хозяина. Найди биосканер системы безопасности и воспользуйся им, чтобы получить свой диск. Торопись. Не теряй времени. Нужно найти этот диск. Информация на нем очень важна для сопротивления. Ненавижу правительство. А также помогать им и сотрудничать с ними запрещается. Закрытие информации о подозреваемых карается законом номер 20. Похоже, они тебя ищут, приятель. Внимание, граждане. Всем известно, что укрывать любые движения сопротивления и антиправительственные организации, а также содействовать им или сотрудничать с ними. О такой деятельности карается законом номер 18. А также помогать им и сотрудничать. Эй, парень, будь начеку. Говорят, правительство тебя ищет. Я сам выдал бы тебя, но к тебе тут хорошо относятся.
Men. The only thing you're nailing tonight involves the nail gun. I should have taken that ticket and left Clive here with you. The only thing you're nailing tonight involves the nail gun. Здравствуй. Ходят слухи, что тебя ищет правительство. А также содействовать им или сотрудничать с ними незаконно. Сокрытие информации о такой деятельности карается законом номер... Информации о такой деятельности.
за закон. Сообщение об активности правительства в регионе. Будь начеку. Правительство что-то замышляет. К северу отсюда видели большие транспортировочные носители. Поторопись получить данные. Идентификационный диск извлечен.
Слушай, друг, говорят, тебя ищет правительство. Лучше бы тебе линять отсюда. Жаль отпускать, но будет хуже, если тебя схватят. Согласно правительственному указу номер 438, укрывать любых участников программы «Ковчег», а также помогать им и сотрудничать с ними запрещается. Слышал, правительство посылает беспилотники, ищут что-то или кого-то. Если тебя, сделай... Слышал новости? Эй, так держать. Каждая машина бандита — это деньги. Замечательно. Ты незаменим для сопротивления. Как только вернемся на базу, я передам этот диск Лассарду. Он сумеет расшифровать данные. Но время работает против нас. Здесь ты подвергаешь себя опасности, но... Ладно, расскажи ему. Есть одно незаконченное дело. Меня схватили на пути в старый исследовательский центр в мертвом городе. Я искал информацию о том, что правительство делает с мутантами. Да, сообщают, что правительство перепрограммировало нанотриты, чтобы управлять мутантами и делать их еще более опасными. Я считаю это вполне вероятным. Но неизвестно, как далеко правительство продвинулось в своих разработках перед тем, как покинуть город. Эти данные очень важны. Возможно, процесс обратим, но для этого нужно знать суть экспериментов с мутантами. В худшем случае эта информация поможет открыть людям истинную сущность правительства. Друг, добудь их. Мы не можем уйти без этих данных. Копия данных хранится на одном из старых серверов. Но чтобы добраться до них, нужно попасть на верхние этажи исследовательского центра и найти серверную. Вероятно. Найди эти данные, и сопротивление будет у тебя в большом долгу. Справишься, друг? Помни, правительство знает, что ты рядом, и будет искать тебя. Все, что нужно, возьми из того ящика. Действуй быстро.
Ты явно что-то затеваешь. Будешь злить правительство, у нас будут проблемы.
направление на цель. Взорви его. Осколочная. Come on.
12 часов. Он за угол!